Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Денечка, что надо сказать? Вы на каком канале? Baby Go. А сегодня мы на ВДНХ, на выставке городской фермы. Тут много разных зверюшек. Пойдем смотреть? Да. Пойдем. Давай, ступеньки будем считать? Будем. Давай, считаем. Сколько ступенек на ферме? ВДНХ. Два. Сколько сейчас? Угу. А теперь считай. Так. Сколько? Пять. Шесть. Это сколько? Дэн. Семь. Восемь. А теперь? 10, правильно. Вон, Дэн, иди догони маму, посмотри, огород. Нормальный огород, у них, кстати, смородина. Огород, на котором есть смородина, Денис. Жалко, она уже сошла, да? Сезон закончился. Заходите. Смотри, Денис, какие здесь аккуратные грядочки. И урожай уже собрали, да. Дэн, тут на ферме выросло много больших тыкв. Смотри. Больше, чем у нас. И вот там еще, дальние вон еще. Раз, два. Вот там, вдалеке. Четыре, класс. Дэн, смотри, а вот это кто стоит деревянный? Дровосек? Это пугало. Чтобы тыкву не покушали птицы. Вот такие большие тыквы. И вон еще одно пугало. Даже с палицей, типа рыцаря. Дэн, рыцарь пугало и тыква. Друзья, вот кабачки-то у нас не выросли. Денис, иди посмотри. Иди посмотри, кабачки, видишь, какие маленькие, не выросли. Не выросли кабачки. Точно это кабачки, да? Как они называются, Дэн? Кабачки. А это что? Что здесь маленькое растет? Огурчик. Огурчик, правильно. Да, это железная лейка. А ты видел, какая здесь хорошая земляника, Денис? Какая здесь хорошая земляника. Да. Но ее нету, ты ищешь? Ой, ты ягодки нашел? Ничего себе. Нет, срывать не надо. Они зеленые. Все, пойдем дальше. Говори, огород, пока, пойдем дальше. Пока. Дэн, смотри, у нас здесь зона рыбалки. И птицы по дороге к хлеву. Давай зайдем, заглянем. Зона рыбалки. Гуси, они щиплются, Дэн. Так что осторожней, погонять его опасно. Помнишь стихотворение? Гуси, гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. А дальше как, помнишь? Ну ладно, а дальше нам напомнит кто, Дениска? Наши друзья в комментариях. Мы-то знаем. Проверим их эрудицию. Га-га-га, Дэн. Дениска, иди смотри козочек. Смотри за ними. Давай, ручку, пойдем козочек посмотрим. Пойдем. Пойдем посмотрим. Да не бойся ты их, они тебя не обидят. Вот, слышишь, как блеют? Не бойся, Дэн. Слышал, да? Кто там га-га говорит, Денис? Гуси-гуси. Смотри, как пошли. Вон они. Крикуны. Слышал, Денис? Это они, видимо, очень голодные, просят покушать. Ну все, пойдем дальше. Мы же с тобой гусей забыли покормить. Вон, гусям бросай. Гусям бросай. Иди гусям бросай. Держи. Вон они идут, большие такие, белые. Кидай гусиком. Не бойся, кидай. Да. Не бойся. Не бойся, давай, кидай.
Вот они как, да, у них борьба за еду. Давай еще. Налетели, да? Налетели, налетели. О, большие налетели, да? Что это они? Что произошло, да? Какие они здесь активные говоруны, да, День? Давай, корми еще. Ну ты не бойся, ты поближе подходи, прям к заборчику подходи, чтобы они долетала еда до них. Давай, к заборчику прям подходи. Бам! Ну смотри, гуси возвращаются, Дэн. Побежали, га-га-га. Да. Серые, да? Ну серых покорми, Дэн. Не докидываешь за серых, да? А видел, что у нас, что они потеряли? Дэн, видел, что на земле лежит? Смотри, смотри. Смотри, что там на земле? Перышко, смотри. Все, бросил? А все, закончилось. Пой, давай пока говорим. Пока. Все, пойдем дальше. Дэн, а здесь у нас кролики. Ой, господи. Денис, нет. Иди сюда, руки помой. Понравился? Сейчас придет. Сейчас погладишь, Денис. О? Он не очень хочет с тобой дружить, Дениска. Кролик не робкого десятка. Глаза такие голубые. Дэн, глазки как у тебя. Погладь его. По головке. Вот он. Хороший? Ну, ему страшно, Денис. Смотри, как он боится. Прям как ты. Какого цвета кролик? Белый. А глазки у него какие? Как красные? Как у тебя, может быть? Голубые? Голубые. Ну все. Дениш, говори кролику пока, а то он, видишь, как боится. Убежал. Убежал, да, конечно, убежал. Такой большой мальчик, такого маленького кролика. О, смотри, как улегся, Динь. Вот теперь можешь пока... Только смотри, не перелезь туда. Да. Пойдем к голубятне посмотрим, Дэн. Да вон там голубятня. Пойдем прямо. Там твои любимые голуби, которых можно погонять, но этих нельзя погонять, потому что они в клетке. Этих голубей гонять нельзя, потому что они в клетке, Дин. Чешские гривуны, венгерские высоколетные голуби. Любит зерно, написано. А что ты собрался? Туда можно разве заходить? Ну посмотреть можешь отсюда, Дениска. Голуби твои любимые. Кто там? Гули-гуля. А как правильно называется гули-гуль-то? Голуби. Голуби, правильно. Голуби. Альпака, наверное. Или лама. Альпаки. Альпаки, да? А Денис, это альпака. Ну нет, это у них просто шерсть такая плотная. Вот девочка морда пострытая, девочка, которая белая. Угу. Мальчик такой нормальный. Кого тебе дать? Поснимать хочешь? Поснимай. А держи, вот так держи. Снимай прямо. Нет, ты так закрываешь. Вот сюда смотри. Вот сюда смотри. И вот так ходи. Наверное. Вот, и снимай. Вот, Денис у нас снимает козочку. Привет. Давай, папа пока ее погладит. Давай. Вот. Пока. Это кто? Подожди, не надо говорить пока. Давай прочитаем. Это англо-нубийские козы, Блонди и Чич.
Мишка хорошая. Привет. Интересно, это кто? Ну мы жетон, видишь, ты всех жетоны на уличных потратил. А он барашек стрижный, Денис, давай сними стрижного барашка. Давай, наш главный оператор. Друзья, это была ферма на ВДНХ со животными и с птицами. Мы продолжаем наши экскурсии по паркам и заповедникам Российской Федерации, а также по другим интересным местам. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Это был канал Baby Go. Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь, оставляйте нужные и полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока, поцелуй. И поцелуй. Ладно.